Всем привет! Имя Тома Кинга до этой недели было известно только самым ярым поклонникам низших английских лиг. Но на днях этот парень вошел в историю футбола, попал в книгу рекордов Гиннесса и заодно в нашу рубрику «FIFA личности». Вряд ли бы вы когда-то обратили внимание на его карточку, но уникальная история этого валийского парня может мотивировать вас попробовать его в FIFA 21. Жми на лайк, если любишь этот формат, и напиши в комментариях, кого бы ты хотел увидеть в рубрике «FIFA личности». В матче 4-й по силе Лиги Англии случилось нерядовое событие, которое сделало Кинга знаменитым, и о нем написали ведущие мировые спортивные СМИ. Ньюпорт Таун играл на выезде против Челтенхэма. Шла 12-я минута матча, и Кинг вводил мяч от ворот. Вынос вратаря оказался очень мощным. Мяч пролетел через все поле, стукнулся об газон и предательски нырнул за шиворот вратаря соперника Джошуа Гриффитса. Кинг в итоге стал автором самого дальнего гола в истории мирового футбола. Этот факт уже успела подтвердить и книга рекордов Гиннесса. Том Кинг забил гол с отметки 96 метров и 1 сантиметр. В итоге Челтенхэм сумел сравнять счет, и матч так и завершился 1-1. Предыдущий рекорд принадлежала Смиру Беговичу, который забил в АПЛ на 13-й секунде матча с расстояния 91,9 метров. Что интересно, Кинг и Бегович являются приятелями и даже тренировались в одних и тех же перчатках, когда Том приезжал на стажировку в Портсмут. После своего исторического гола Кинг даже пошутил в интервью, что нужно позвонить Беговичу и выразить соболезнования из-за того, что его рекорд побит. Еще один интересный факт о забитом голе нашего сегодняшнего героя. Кинг не стал праздновать этот гол. И вот как он объяснил такой поступок. «Я бы никогда не смог радоваться этому. У вратарей есть свой тайный союз с неписанным правилом не праздновать такие голы. Но я просто рад, что помог команде. Перед матчем я заметил, что начался сильный ветер. Я тогда подумал, что это поможет нападающим. Надеюсь получить в подарок на следующее Рождество новую книгу Гиннесса, где будет вписан мой рекорд», — сказал Кинг. Парню исполнилось 25 лет, и он никогда не хватал звезд с неба. И практически всю свою карьеру принадлежал Миллуолу, откуда активно катался по арендам в клубы низших лиг. 2 года назад он перебрался на контракт в Ньюпорт. Оттуда парня стали вызывать и в сборную Уэльса. В FIFA 21 у Кинга бронзовая карточка с рейтингом 62. Ничего выдающегося в его статах нет. В карьерке он стартует с рейтинга в 61 и дорастает до 65 и выше. Реального лица у него нет. Рыночная стоимость составляет всего 350 тысяч евро. В онлайн-режимах карточкой Кинга наиграли суммарно всего 25 матчей, что в принципе абсолютно неудивительно. Но если вдруг в ваших составах затесался этот парень, то знайте, что это не какой-то очередной бронзовый бич, а уникальный вратарь из книги рекордов Гиннесса. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр, оставайтесь с киберболом и первыми узнавайте все самое интересное из мира футбольных симуляторов. До связи!